Надо же, говорю, как похоже на маму. Даже листочки такие же, как у мамы. Ну, многие, наверное, сейчас подумают, что я больная. Как можно разглядеть у таких малышей листочки, похожие на их маму? Но они действительно похожи. Вспышку включила, не знаю, подумала, что может так будет лучше видно. Кажется, нет. Но они правда очень похожи на свою маму. Смотрите, лапочки какие. Там он маленький еще совсем лежат. Эти так хорошо тронулись в рост после пересадки, а те малышки пока еще сидят в зародышах. Ну ничего. Ну вот она, мама. Я же говорю, похоже. Смотрите. Это твои детки. Да. Вот она какая. Красотка. Зайка. Сейчас деток поставлю. Покажу вам мамку. Ну. Ой, листочками задевает. Видите, у нее листочки тоже узенькие такие. Ну, такие как продолговатые. В пыли все. Стоит высоко, я и не видела. Вообще только сегодня увидела, что она у меня зацвела опять. Хотя поливала с утра. Такие мы бабочки. Красивые. Лапочка. Она еще и ароматная. Напишите, у кого пахнет эта красоточка. Вот такая бабочка. Красавица. Вообще так люблю ее. Первый раз она у меня зацвела на один цветонос. Смотрите, сколько было цветоносов уже у нее. Всегда по два выпускала. Всегда была такая гроздь, но она устала. Она устала, она много лет подряд цвела. Цветет подолгу, она вот эти цветы будет очень долго держать. Пылять ее не буду еще раз, пусть отдыхает. Вот. У нее детки уже растут. Вот такая красота. Вот так лучше видно. Да? Ну. Мои болячки тут залазят. Ну, хотя это трудовая мозоль. Кору резала для вас. Вот она какая. Красотулька. А это тоже ее детки. Смотрите, 27-го, 11-го, 23-го. Я их пересаживала. Ну, по маленьким баночкам. Точнее, по свободней. И вон они уже какие там красотули. Как им нравится переезжать. А были такие масенькие, пересаживал. И уже вон какие большие. Ну какие богатыри. Уже тоже пора в другую группу отсаживать, отставлять. Сейчас покажу вам все свое уныние. Ну, как сказал мне сегодня один хороший человек, уныние – это грех. Я вот эту картину наблюдаю несколько дней. Помните, я вам говорила, что когда получила вот эти баночки, что они мне не понравились. Ну, во-первых, то, что они непрозрачные, видите, они матовые. И вот такая вот бякушка в них заводится. Здесь вообще вон какая вкусняшка завелась. Всякая разная. Ну, сюда я еще никого не успела посадить. Здесь тоже, ну, сейчас плохо видно, вот сбоку, видите? Вот. Вот.
Эта малышка уже, ну, ее бесполезно спасать. Здесь вот эти малыши, их тоже бесполезно спасать. Вот такая вот картина. Вот такая вот. Мама, не свети, говорит, мне в глаза. Да? Мама в глаза посветила. Да прости, моя любимка. Прости, мой родненький. Прости, мамина самая голодная киска. Иди спать, сказала. Ты сытый, хватит наглеть. И вот тоже... Муть какая-то появилась 14 числа, пересаживала. От 13 числа сегодня пересадила. Здесь вон тоже что-то непонятное. Вот эта вон банка вздулась. Там тоже, думаю, уже чего-нибудь есть плохое. По-любому. Ну, через них даже не видно. Вот смотришь, и ничего не видать. Есть там что плохое или нету. Мы уж тут с дочкой разглядывали. И ни хрена ничего не видно. А пересадила ведь довольно-таки много баночек. И даже есть один сорт, которого у меня очень мало. Ладно, этих у меня много. Где-то, не знаю, завтра... Нет, это каменная роза. Ну, тоже там. И они еще маленькие. Ну, мне в них даже вот... Вот мы смотрим, да, ничего не видно. Пелена такая вот. Вот не понравились мне эти банки. И вот эти банки... Все отреагировали... Плохо на среду, видать. Вот такой пластик. Вот если вот эти банки хорошие, пластик, он никак не отреагировал на среду. И малыши в ней хорошо растут. И в этих баночках вон какие уже большие. Вот. Где у меня этот сорт? Сейчас и не найду. Уже... А вот он. И они здесь маленькие такие еще. Их очень мало у меня. Таких орхидеек. Не знаю, куда поставить, чтобы она попрозрачнее стала и завтра рассмотреть. А то, может, тоже срочно надо. Вон, видите, они еще там крупиночками. Их несколько штук там, штук. 8, что ли, всего. Вот. Есть сорта, которых очень много, а есть сорта, которых... Ну да, вон она уже пузырится. Такое ощущение, как будто она закисает. Я, ну вот именно, это именно в этих банках, больше ни в каких банках такого нету. Вот эти баночки, все в них прекрасно. Ну, хотя вот здесь тоже вон пузырики есть. 6-11 пересаживали. Но это пузырики просто воздух попал. Как бы и все. Ну, уже за год научилась различать эти пузырики. Все. Кнопки мои растут. Вот, не знаю, вот сегодня... Пересаживала вот эти. Обрабатывала их. Не знаю, как они перенесут эту обработку. Ну, вообще хорошо всегда переносили, но не знаю. И теперь мне надо все вот эти банки пересаживать. Вот тоже. Крошки. Ну, вот эти вот я сегодня пересадила, которые в стекле. 3 штуки вот сейчас вечером. А так вот целый день сегодня вот эти баночки сажала. Эти тоже нормальные банки, в них среда не портится.
Вот эти. Да я цветонос сажала здесь. Сюда отставила одну банку от 13 числа. Говорю, может здесь... Да нет, тоже, по-моему. Вон какая муть. Но здесь хоть уже они большие. Я их уже вытащу в мох. Я не буду их мучить обработками. Они уже в амхе примутся. Да вроде нет. Вот отсюда смотрю. Сверху. Вроде нету мути. Вот эти большие хотела еще чуть-чуть подрастить. Хоть полмесяцочка. А вот эту вот, наверное, придется. Вон, видите? Ну, это давно у меня с этой мутью. Вот здесь чуть-чуть у нее. Уже недели две стоит. Муть на месте это стоит. Наверное, я их тоже завтра выдерну отсюда. Посажу в мох. Вот. Это чтобы не расслаблялась, а то расслабилась. Ишь ты. Все у нее хорошо. Ничего не плесневает. Надо на стекло переходить. Лучше стекла ничего нету. Ну и запотела. Но я так специально вон там. Чуть-чуть не видно. Не хочу их открывать. Прям как хорошо у них там запотело все. Это вот я сегодня в мох посадила. Такие там малепусечные у них стаканчики. Вот. Одна богатырь. Не хочу открывать, пусть у них там влажность будет. А это те, которые мы с вами уже давно пересаживали. Здесь кому-то 2 месяца, кому-то месяц. Вон те, какие большие в конце. Ну, эти хорошо себя чувствуют. Им тоже сегодня кайфово. А так они уже открытые у меня всегда стояли. Простите, на вас попало, наверное. Дунула. Красавица моя. Это 16-11 пересаживали. 2 листика у нее сняла. Вот это уже листик не детородный. Уже вырос здесь на воле. На воле, девочки. Вот. У всех листики выросли уже новенькие. У этих. Вот. Вот эти хорошо себя чувствуют. Закрою, пусть им потеплее будет. Так что на только скоро буду твою тепличку собирать. Одну. Потому что вот уже здесь 3 полочки занято. Вот так, девчат. Завтра поеду в аптеку за перекисью, потому что она мне жизненно необходима. И буду пересаживать. Без вас буду пересаживать, потому что там много работы. Думала, отдохну. Ну, а сама себе создала еще работы. И снова здравствуйте. У меня шок. Заметно, да? Ой, полиция едет. Наша полиция нас бережет. Сначала посадит, потом стережет. Видали, настроение поднялось. Знаете почему? Во-первых, у меня действительно шок. Потому что мне сегодня пришел этот самый от Алиночки. Не знаю, откуда она. Мы совсем... Ну, девчатки присылают мне подарки, да, но мы как-то контактировали. Ну, то есть, знаем чуть-чуть друг друга. Может, и с Алиной контактировали в Одноклассниках, но я туда совсем не захожу, и там даже и заказов-то нифига нету. И, ну, в общем, Одноклассники давно умерли вообще. Вот. Алиночка меня смотрит, тоже не знаю где, на Ютубе или на Дзене. Но она перед этим меня спрашивала: Люб, можно вам отправить посылку, подарок на
Валберис, а не на Озон. Я ничего не ответила, потому что, ну... Я вам говорила, девочки, ну, мне неловко, честное слово, мне приятно, но мне неловко, мне сейчас так много отдали всяких штучек каких-то, я не знаю, там 10-11 позиций, что ли. Вот, ну, там много. Вот. Мне пришлось даже пакет взять. Она меня спрашивает, вам пакет надо? Ну, я понимаю, что я даже до машины это все не донесу в руках. Говорю, да. Говорю, сколько? Она говорит, все, у вас списали. И я понимаю, что списали-то не у меня, а у того, кто это все дело заказывал. Вот. Алиночка, спасибо большое. Я правда в шоке. У меня целый пакет, и из него вон сейчас все выпало на сиденье, потому что он прям целый, он прям битком. Там прям много. Сейчас я еду в аптеку. Вот. Мне надо перекись, девочки. Для моих растюшек. Мне их надо пересаживать, а обрабатываю я их перекисью. Когда вот из такой бяки вынимаю. Перекись на них хорошо работает. Ну, обработка правильная должна быть. Поэтому я чуть-чуть в шоке так, девчата. Алина, спасибо большое, моя дорогая. Ну, правда в шоке. Я не знаю, что там. Дома посмотрим. Сейчас я в аптеку заеду. Я просто вам включилась, потому что такого лица я сделать специально шокированного не смогу больше. Потому что шок пройдет. И моя физиономия лица сменится. Куда встать-то? Как машин тут много. Ее красота. Девочки, побежала быстро в аптеку, а то здесь я выезд-въезд закрыла. Тут встать негде. Девочки, у нас тоже все капает, видите? Течет, а не капает, течет. Снега уже стало в половину. Вон собачули, как Мартюша у меня купается. Причем они вот так купаются, не знаю, как у кого, у меня только на привязи. Когда без привязи, они так не купаются. Не знаю, почему и с чем это связано у них. Так что на Новый год как бы мы не поплыли. Потому что так активно все капает. Но сегодня, видать, ночью был чуть-чуть мороз. Девчат, простите за так, как вас установило, что вам видно штатив. Девчонки в шоке. Я говорю, мне 20 штук перекиси. Вы что с ней делаете-то? Я говорю, а я в аптеку хожу только для собаки, да для цветов. Мартюша купила от аллергии таблетки цитрин. Цитрин, по-моему, хорошие помогают. Как я вас установила, нехорошо. Ну ладно, все, не буду вас мучить. Видали? Все капит у нас, капит. Как весной прям, только солнышка нету. У нас зимой солнышка никогда не бывает. Собаки по пешеходному переходу вон дорогу переходят. Видали, какие они умные у нас? Ой, девочки, это все подарок. Вот это вот, вот, вот это вот, 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 вот. Я даже не знаю, что там. Вот это тоже подарок в другом пакете, в аптечном. Ой, сейчас, девочки, погодите. Ой, как аптекой пахнет из этого пакета. А здесь что? Здесь много перекиси. Хотела 20 взять. Пожалела девочку. Она бегает туда. За этими. Взяла чуть-чуть поменьше. 18.
Девочки, да, я все отекшая, да. Цитрин Мартюш взяла. И гоментогенки. Самые простые. Господи, везде мои крышки, банки. Банки, крышки. Чай поставила, девочки. Сейчас попьем. Так интересно, что там. В одном пакете уже увидела, что для плюша. Даже не знаю, с чего начинать. Все падает. Слушайте, может выложить все, да? Вот так. Чтобы оно не падало. Мартюш, я тоже тебя люблю. Одна коробочка вот такая помялась. Но думаю, что там ничего страшного не случилось. Мама дорогая, новогодние чудеса прям какие-то. Говорят же, в Новый год случаются чудеса. Вот вы у меня за место чудес. Девочки. Это этот, шея. Трахея говяжья. Резаная. Что-то я не знаю, что я трахею-то покупаю. Надо ему тоже посушить. Нас девчули вон балуют вкусняшками. Блин, небось денег стоит космических. Вот эта вот штука для собачулек-то. Чайник у нас, девчат. Иди сюда. Подожди, а то тебя не видят. Скажут, я сама съела. На. Спасибо, скажи. Это Алиночка прислала. Ой, ой, как грызет-то, как грызет-то, девочки. Господи, кости грызет. Что для него трахея сушеная, да? Сейчас, девчат, чай налью. Только место надо под кружку освободить. Скажи спасибо Алине. Вам слышно, да, как ему вкусно? У меня племянница от младшей сестры, тоже Алина. А может, она? Нет? Нет, там у Алины стоит, по-моему, другой город. Но я говорю, мы... не общались, потому что комментарии пустые. Я даже была в шоке. Угу. Девочки, не знаю, с чего начинать.
Ой. Ой. Это кто? Еще и такие маленькие у них есть. Офигеть. Я не видела ни разу. Ароматный хлеб с травами. Эспудов. Ну, пудов, давайте буду говорить. Вот такие два маленьких пакетика. Готовой смеси хлебушка. Офигеть. Алина обо всем подумала. И о Мартюше, и о хлебушке. Спасибо, моя хорошая. Так, буду вот сюда на пол бросать бумажки. Здорово, попробуем. Ароматный хлеб с травами. Надо же, я даже не видела. Девчата, у них большая серия, походу, да? У этого производителя. Ну, хорошая мука, кстати. А здесь уже готовая. Готовая смесь. Замесю в хлебопечке, а испеку формочки-то мне Людочка прислала. Так. Уже прям боюсь открывать. Вдруг там целый новогодний стол. Ой. Там дело так все упаковано прям. О! Макфа. Гречневый натуральный ингредиент. Макароны, шпагетти гречневые. Девочки, а вы ели? Я нет. Алина, вот так удивила, так удивила. Блин, как на этой камере. Надо было на другую снимать. Прям видно, да, этот отек. Вот уже месяц, говорю, неделю. А я еще сам хом, девочки, я вчера же пересаживала. Вот, у меня прям глаз вот так вот воспалился этот. Почему-то всегда на этот глаз. Видела, но никогда не покупала. Напишите, кто кушал гречневые макароны. Будем с вами кушать. Прикольно. Надо же. Говорю же, целый стол сейчас будет на Новый год. Вот у кого чего будет, а у меня будет хлеб ароматный, гречневые макароны на столе. Потому что я такого ничего не ела. На Новый год надо есть что-то необычное. Мартюш что-то съел? Все, хватит, много нельзя. Ой. И главное дело, тоже Макфа. Томатные макароны. Ё-моё, я на месяц сытая, представляете? Ясно. Алине нравятся мои мукбанги. 100%. Прикольно. Надо же, девчат, правда не видела такие макароны. Вот такие не видела. Да и гречневые-то, по-моему, не видела. Успокойся. Это нам макароны томатные. Сидит. Дышит. Девочки, погодите, там кто-то лазит у нас. Нет, это наверху орут. Ой. Ой, тоже помятая коробочка чуть-чуть. Мартюш, успокойся. Сейчас ругаться буду. Мама тебя набыла. Набыла...
шпинатные, что ли, наклеена этикетка озоновская прям на названии. Да, шпинатные. Макарон. Девочки, смотрите, какая прикольные штуки. Представляете, у нас какие вкусные с вами мукбанги будут. Офигеть. Девчат, обратите внимание, я не видела такие штуки. Открываем все длинные коробки сначала. Мартин, успокойся. Еще хочешь? На. На. Дай, говорит, еще-то. Дала, девочки. То прям с ума сходит. Ой, даже чай. Слушай, вообще, мне в магазин ходить не надо. Все, у меня все есть. Хлеб есть, макароны есть, чай есть. Еще и чай вкусненький. С персиком, что ли. Мелко написано, девчат, не вижу. Такой. Фирма хорошая, вкусный чай. Так, вот здесь крем для депиляции. Замедляющий рост волос. Ё-моё, девочки. Алина, ты где-то у меня волосы увидела? На ногах никогда не брею волосы. Никогда. У меня их там и нет. Для волос плохо подходящих депиляции. Так, для волос плохо... А, поддающихся депиляции. Шелком, экстрактами папай и ананаса. Ё-моё, буду ананасом пахнуть. Где продепилирую? Поняли? Так что, чтобы еще и была депилированная. Алиночка позаботилась. Так, чтобы видно было подарки. Мятую коробочку откроем. Уже прям даже и правда боюсь открывать дальше. Ёшкарный в голове. Точно, Алине нравятся мои мукбанги. Хлеб бездрожжевой, ирландский. Без сахара, без дрожжей. Для духовки. Подходит для хлебопечки и духовки. Семенами льна и гороховым протеином. Ё-моё. Ё-моё. Видали? Какой-то ирландский, девочки. Хочу его поставить, чтобы он стоял. Следующее. Какое легенькое. Ой. О, еще чай. Ну все. Ой, да вкусные-то какие чаи-то все. Тесс. Это Тесс.
Так, девочки, сейчас. Вербена помогает восстановиться при переутомлении. Мелисса. Сейчас, девочки, отблескивает. Уменьшает раздражительность. Аромат цветков бузины. Подождите, дальше очень мелко. Добавляет пикантную нотку напитку. Яблоко нормализует обменный процесс. Лаванда успокаивает нервную систему. Спасибо, Алиночка. Ты позаботилась обо всем. Шиповник повышает сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды. Это чтобы я к хейтерам спокойно относилась. Вот. Спасибо. Ой, здесь тяжелая какая-то. Вот это полегче. Че, я уже все открыла? Почти что. Конечно, у меня стрессы, как и столько орхидей пересаживать заново. Ой. Даже конфетки. Левушка. Дико вкусно написано. Славянка фирма. Я же лев в конце концов. Правда, иногда чай-то не зря налила. Вкусно, девочки. Здесь начинка, наверное, ну, такая желейная. Не то, что белая. Попьем чайку. Потом дальше будем. Девчатки, вы меня удивляете, честно. Такие умницы. Все нужное, все в тему. Просто вот эти вот хлеба я не пробовала. Чаи вот эти не пробовала, девочки. Макароны вообще такие. Гречневые вот еще вроде бы слышала. И то, может, мне это кажется, что я слышала. Но вот томатные и... Вообще никогда не слышала, не видела. Надо же. Ой, слушайте. Действительно дико вкусно. Как написано на пачке. Подождите. Где? Все. Потеряла открывашку. Глаз дергается опять. У меня нервное переутомление из-за хейтеров. Они же сейчас опять с ума сойдут, ну. Вам придется их чаем угощать. Успокоительно. Блин, буду пить, девочки, правда. Алина, правда буду пить. Ой, пахнет так вкусно. Интересно, он там россыпью или в пакетиках?
О, в пакетиках, классно. Ой, запах такой, обалдеть. Мартюш, успокойся. Че смертельно дышишь-то? Мы с тобой гуляли, че ты наглеешь-то? Здесь, наверное, еще какой-нибудь хлебушек. Не? Или мясо кусок? А, точно хлебушек. О! Мартюш, ты че? Смертельно дышишь. Чесночный хлеб с базиликом. Ё-моё, девочки, я так много в жизни потеряла, потому что я этого никогда ничего не ела. Вот. Надеюсь, меня возьмёт на заставку YouTube и Дзен. Это фото. Я некрасивая. Вообще красоту ничем не испортишь. Вот. Девчонки. Девчонки, мальчишки, а также их родители. Вы супер. Аленочка, спасибо тебе большое за такую нужную мне подарку. Будем все с вами вместе пробовать и дегустировать, потому что я отсюда не ела ничего. Угу. Все, лег. Ребенок перевозбудился. Ему тоже надо чай дать. Успокоительный. Угу. Класс. Даже не знаю, с какого хлеба вперед и начать. Наверное, вот с этого. Даже не знаю. Все по очереди будем готовить. Чесночный хлеб с базиликом. Блин, наверное, вкусно. Очень. Он делал такие пачечки, да? Прям маленькие. Надо почитать. Интересно даже, сколько получается из нее. Килограмм в двух пачечках-то. Молодцы, пудовы. Алиночка вообще красотка. Девчат, не обращайте внимания. Я не могу ничего с этим поделать. Мне что, не снимать вообще видео тогда, пока не пройдет моя опухоль? М? Это мои переживания за малышей орхидеек. Я не хотела вам говорить, а потом говорю, почему вы будете голову ломать, что со мной происходит. Я расстроилась, потому что я 2 дня практически занималась прям конкретно этой средой, да, вот много, большую партию сварила в эти баночки. Конечно, я расстроилась, столько трудов на смарку. А вчера взяла в себя в руки и говорю, Люба, это тебе уроком будет. Чтоб ты не готовила много раз, не нравятся баночки, тебе мозги твои даже дали тонкий намек на толстые обстоятельства. Что не нравится, не надо в них делать. Нет, я все равно сделала. Ну вот сделала и получи фашист-гранату. Теперь пересаживай. Что Бог не делает, все к лучшему. Пускай это будет самое... крупная неприятность в моей жизни. Но для меня это, наверное,
сейчас самая крупная неприятность. Вот. Главное, почти вовремя заметила. Теперь надо их быстро пересадить все обратно с обработкой. На перекись они, в принципе, реагируют очень хорошо. Вот. Я в маленьком шоке, девочки. Я в шоке была на Озоне, на Валбересе, когда забирала это все. Ну, когда распаковала, у меня еще больше шок. Все, будем пробовать. Не знаю, с чего начнем, но с чего-то начнем. Видите, у меня уже даже лицо выпрямилось почти что. Ну, чай буду пить. Угу. Спасибо, моя хорошая. От души спасибо. Ох. Хейтеры, покупайте тоже такой чай. Он вам понадобится. Угу. Люблю вас. Алиночка, спасибо, моя хорошая. Ну, вот на то мои сильные девчонки. Чтобы взять себя в руки, сделать выводы из всего, что произошло с моими маленькими орхидейками. Вот я вчера вам говорила, что одного сорта у меня мало. Вот такая орхидейка красивая. Она еще открывается, губа у нее ляжет. Вот, вот так опустится. Очень красивая. Надеюсь, все будет хорошо. Все будет хорошо. А здесь у меня вот такое вот чудо. Недоразвитый бутончик. Здесь у нас еще. И еще. Вот. Не пышно они в этот раз у меня цветут. Но цветут. Они у меня практически все. После коробочек. А это вот тоже красота, носит коробочку. А вот эта красота у меня с 18 года только первый раз откроет первые свои цветочки. Я уже даже забыла, кто она. Все, мои хорошки, спасибо вам всем за ваши хорошие комментарии. Кстати, сезам тоже дует, цветонос. От него тоже дети растут. Вот. За хорошие ваши комментарии, за... Ну, за все хорошее, за ваши подарки, за вашу доброту. Ну, а я взяла себя в руки, сделала выводы из всего, что произошло, и пошла пересаживать своих маленьких орхидеек, спасать им жизнь. Я знаю, что все будет хорошо. На то мы и девочки, на то мы и львы. Всех люблю, мои хорошки.